как правильно резать гранат. Сначала аккуратненько срезаем шапочку по краю кожуры, не цепляя зернышек. Аккуратненько снимаем. Вот так. И получается у нас. Срезаем лишнюю поверхность. Вот так аккуратно, чтобы ничего не мешало. Так, шапочка у нас срезана. И тоненько-тоненько, вон даже видно, где резать. Гранат сам подсказывает. Почти до самого хвостика срезаем такие маленькие долечки. Сейчас посмотрим, сколько у нас долечек получится. Так. Осторожно, потому что может вытечь сок. А нам это не надо, правильно? Так. Очень тоненько. Вот так. Тоненько-тоненько. Так. Хотя раньше я не так резала. У меня ничего не получилось. А теперь самое важное. Тебе чуть-чуть. Встаем в серединочку, ставим нож. Прокручивать надо. Надо прокручивать нож, не надо. По-разному. И чуть-чуть прилагаю усилий. Раскрываем красивым цветком. Вот как он у нас получился. Вкусный, классный. Извините, не выпало всего лишь одно, два зернышка. Три зернышка. Посмотрите. Очень удобный способ. Очень удобный способ и красиво. Причем гранат такой темный.